прошел 16-й день моего эксперимента, моего погружения в данную игру с ее окном Авертона. И то, что я заметил, то, что у меня начали выпадать волосы на ногах. Также моя милая котейка, про которую я рассказывал вам в прошлом видео, она уже окончательно отказалась и перестала употреблять свой любимый педигрю. Вот. Также я понял, что при взгляде на овощи и фрукты, и неприготовленное или даже приготовленное мясо, к последнему, то есть к мясу, у меня вызывается некое отвращение, и скорее я хотел бы употреблять овощи, фрукты, зелень с большим удовольствием. В общем, походу, ребята, окно Авертона работает. Хотя я еще до конца не уверен, то есть сейчас я пока еще сомневаюсь. Выкатили патч 1.26 на данную игру, значит, что пофиксили? Во-первых, песок стал, по словам разработчиков, добываться проще и быстрее. Давайте проверим, так ли это. Так вот, груда песка, давайте. Так. Ух ты, да, по 5 песка сразу за раз, нифига себе, как я мучился до этого. О-о-о. Ничего себе, правда, вот глюч все равно теперь справа, раньше справа не глючил, но, в принципе... Ради пятерочки можно потерпеть. Что это они сделали, что нужно обходить, что ли, кучу постоянно теперь? Ну-ка. Да, вот я сейчас зажал F, то есть он не добывает. То есть, видимо, сделали так, что нужно постоянно кучу обходить и копать с разных сторон. Либо это просто какой-то баг непреднамеренный у них. Но как бы то ни было, уже 50 песка. Раньше я 50 песка добывал, наверное, даже вот с инструментом второго уровня. О, причем это он у меня почти весь законченный, то есть весь сломанный уже. Раньше я, наверное, всю энергию тратил даже с этим инструментом, только тогда добывал столько песка. Ну, в общем, круто, да, песок пофиксили. Что они там еще пофиксили? Так, смотрим. Так, что касается семян в саду, они сделали такую систему, что грядки помнят последнее посаженное в них семя. И то есть таким образом проще и быстрее будет все это засаживать, видимо. Ну, эти, это понятно. А здесь я ничего, кроме морковки, и не сажал, наверное, да. Ну, в общем, упростили в этом плане. Респект, да, вот этого, кстати, игре не хватает. Некую рутину, некоторые лишние бессмысленные телодвижения бы убрать. Очень классно, это хорошо, что разработчики не забрасывают, патчи выкачивают. Также, по словам разработчиков, они пофиксили какие-то вещи на кладбище и возле дома, которые мешали проходу. Но я не знаю, что они там пофиксили, поэтому... Давайте посмотрим, впервые я сейчас буду читать новую молитву. Так. А, кстати, нужно взять старую молитву и продать ее священнику. Они сделали возможным продажу, собственно, молитвы. Так, ну что, посмотрим. Шанс успеха 73, но потому что проповедь требует 15, у меня 11, соответственно, тут, ну вы поняли. Я бы хотел сказать речь. О, речь по-другому. Наша церковь великолепна. Ну блин, похоже на ту на самом деле. Отлично, отлично. А сейчас давайте помолимся о благословении. Блин, 73% и неудача. Не забывайте про пожертвования. Сорок, отлично. Совсем мало, конечно. 2.40 в итоге. Ну, это шанс дополнительную веру получить. Не сработало, так-то ладно. Так, что я могу продать? Комбо молитву, естественно, не буду. Могу продать обычную молитву. В принципе, я ее продам, потому что зачем она мне? Лучше деньги, так сказать. Окей. Пошли подземелье рашить. Первый уровень. Так.
Так, отлично. Вначале были мыши, сейчас их нету, то есть сохраняется прогресс. Также мне дали советы там, как с мышами бороться. Как-то их... Вот. Заманивать, забайчивать. Буглы они бьются. А, и за ящики. Типа они в ящик врезаются, а я через ящик смогу их бить. Ну-ка, стулья плохие, лучше разобрать. Там ему нужны кровавые гвозди, этому челу, и ведро тоже кровавое. Мне интересно, я здесь найду ингредиенты прям уже все? То есть их только подобрать или... Или их все же надо будет скрафтить? Еще мне сказали, там какие-то ящики разбивать, но что-то они у меня не разбиваются. Или урны. А, вот урны. Урны разбивать. Кстати, огромное спасибо за совет. Так. Значит, про эти урны, про кувшины, спасибо Леши, Леши Сан, спасибо. А, и, кстати, он же мне посоветовал уклоняться от летучих мышей за всякими ящиками и тому подобным. За это тоже спасибо. Вообще, всем спасибо за поддержку, всем, кто писал комменты и пишет. Очень приятно. Так, вон еще урны я пропустил. Ну-ка, а это нельзя? О, эту можно разбить. Кстати, нормально там, смотрите, доски из них. Конечно, ничего прям особенного, но смотрите, семена тыквы, семена пшеницы. Нормально, в принципе. Кстати, если я что-то забыл, что вы мне писали, можете написать это еще раз. Вполне возможно, комментов достаточно много. Игра много просмотров собрала. Я что-то мог забыть, это непреднамеренно. Если что, пишите, не стесняйтесь. Че, у меня весь инвентарь забился, ну блин. Так, а это что? Нет, вроде ничего. Ну и что мне, значит, выходить с забитым инвентарем или еще парашить? Еще, наверное, парашу, потому что энергию потрачу на этих супостатов. Позачищаю локацию, так сказать. А потом, когда камень телепортации использую, заодно сразу отдохну, чтобы уже прийти с полной энергией. Заодно меньше всего уносить придется. Ресурсы, по идее, не должны пропасть. Уютненько тут у них, да? Так, значит, вверху направо я еще не ходил. Надо тоже там посмотреть, что. Так, энергия почти уже все. Все. Надо бежать. Да ладно, нельзя здесь камень телепортации использовать. Ну ладно. Пойду так. Причем даже вот здесь я вышел, где эта звезда, все равно по-прежнему нельзя использовать камень телепортации. Кстати, печалька, на самом деле, лишнее время расходую. С одной стороны, тут вроде не так много пройти, но все равно ходьба. Так. Хорошо, что здесь тупик, на самом деле, сейчас в другую сторону пойду. Записки валяются, но их нельзя подобрать. Ксир исцеления, кстати, сюда на быстрые слоты вывез. Так, все что ли? Там надо вернуться туда направо. Все, здесь больше ничего нельзя. Кстати, возможно, у меня склероз, потому что у вас как бы основные только моменты, но здесь что-то валялось, что я не подобрал потом. Потому что я пришел, ничего не было. То есть предметы исчезают, что ли, когда я ухожу, или меня проглючило? Надеюсь, меня проглючило, потому что обидно будет. Так, вот иду в эту область, здесь я еще не был. О, нормально. Сейчас, наверное, второй уровень подземелья разблокируется. Здесь ничего
ничего нельзя подобрать. Так, ну-ка, и что здесь будет, если сюда надо? Нужно убить всех врагов. А, то есть нельзя дальше пройти, пока не убьешь всех врагов. В принципе, даже оно и хорошо. Потому что сразу понятно, то есть стоит тебе дальше идти или нет. Если ты даже здесь, ну, не сможешь справиться, значит, уже не стоит. О, уперлась, блин. Так. Колодки, ведро с кровью, нельзя его подобрать. Еще раз, конечно, заходить, потому что уже не хватит. Так, не могу этот стул, а вот могу теперь. Ну, в принципе, тут фигня, осталось бочки только. Ну-ка, хоть одним глазком глянуть, что там. Да, это, видимо, следующий уровень подземелья. И второй ведь... О, а это я сразу вернулся, типа, обратно. Интересно, как. То есть вернулся я не на предыдущий уровень, на первый, а сразу вообще... подвал церкви вернулся. Итак, создам я для змея по квесту ведро крови, то есть кровь у меня вот здесь находится на стеллаже. Здесь я три стеллажа поставил, кровь там, вода, а доски в инвентаре у меня с собой. Подхожу на церковный верстак, ведро крови, окей. По заданию для змея. Кстати, в задании не совсем точно указано, то есть принеси ведро крови и кровавые гвозди из подземелья. То есть можно вполне ошибочно полагать, хотя не знаю, может не ошибочно, будет прикол, конечно, если он у меня сейчас не примет, мое ведро крови. А давайте сразу протестируем. Короче, ребят, вроде я узнал печальку, люди на форумах и везде пишут, что... ведро, вроде да, можно скрафтить и ему отдать, а вот гвозди только падать начинают с мобов, причем начинают падать не раньше четвертого уровня подземелья. Так, он смотался, негодник. Ну ладно, пойду все равно я подземелье чекать. Так, собственно, вот второй уровень у меня стал доступен, ну давайте пойдем. Конечно, нужно ввести использование этого телепорта в подземелье. Вообще непонятно, почему он здесь заброшен. Здесь нельзя их разрушить, нет. Да, не очень хорошо я бью. Весь инвентарь уже заполнил. Вот опять надо запомнить, что здесь у меня простые железные детали. Я уйду, интересно, они пропадут. Ладно, не буду я, наверное, или буду. Бочки. Так. Какая-то у них тут планировка, неудобно проходить. Все заставлено. А это что, такие столики, как шахматные, как у шахматистов. Земелье самое оно резаться для антуражности. Проиграешь шахматы и тебя кинут. Таким мышкам милым летучим, да господи, милым летучим мышкам. Так, вот эта локация уже больше, страшно подумать, что будет на более поздних уровнях подземелья. Вон, походу, переход в следующую локацию, только мне теперь придется все идти отдыхать долго. Конечно, очень обидно, что не работает. А, подожди, я не на тот камень, что ли, щелкал? Но если я не на тот камень щелкал, я вообще сумас... А, пока не могу это сделать. А когда сможешь? Так, я запутался, я щелкал не на тот камень, но телепорт все равно не работает.
Или я щелкал на телепорт. Ну ладно. Все-таки я сюда выложу ведро крови и эликсир исцеления на полке, потому что мне, ну, места в инвентаре не хватает, когда я хожу в подземелье. Так, ну, выполню квест. 10 бумаги и чернила принести. Посмотрим, что он нам даст. Здесь не какой-нибудь рецепт торта, хотя, может, и... Бумага для поэта — это продолжение его души. Ерунда какая-то. Будем считать, что в бумаге нет ничего поэтичного. Так, мне дали историю. Теперь у меня есть все, что мне надо. Можно браться за работу. Но что-то у меня совсем нет вдохновения. Это чувство знакомо всем поэтам. Начну-ка я с чего-нибудь простого. Если хочешь, я могу что-нибудь написать для тебя. За бесплатно? Практически. Просто притащи мне немного вина, чтобы всколыхнуть мой поэтический дар. Только хорошего. Не забывай, я известный поэт в узких кругах. Угу, вино, ну... Попросить рассказать историю. А, у него за вино можно историю покупать, понятно. Ну, такое себе. Кстати, вино я бы купил для черепа. Просто мне нужно вот красное вино. Давайте какое-нибудь подешевле тут черепу. Черепа губа не дура. Так, что еще? Луковые колечки. Жажда пива. Теперь пиво идет гораздо лучше. Так, ну ладно. Пока вино для черепа куплю, для Герри. Ну-ка, вот здесь я уже могу разблокировать, выйти. Эта дверь закрыта, необходимо 30 с харадриком. Кстати, насколько я понял, с харадриком 30... То есть вот с ним, где тут отношения-то? Не знаю даже, где написаны с ним отношения, но мне кажется, что отношения с ним увеличиваются. То есть торговля на них влияет. Чем больше я всего продаю... Вообще кому угодно, тем, возможно, с ними отношения лучше становятся. Потому что, смотрите, я никакие квесты больше не выполнял вот этому трактирщику, да, он же глава деревни. Но отношения с ним, тем не менее, стало лучше, и разблокировались всякие там торты и прочее. Может быть, реально торговля влияет? Или, может быть, влияет торговля вообще с кем угодно в городе на отношения других жителей? Не знаю, в общем. Так, ну давайте нашего Герри попотчиваем. Нифига себе, ему вино. Не абы какое нужно, а серебряное. У меня не серебряное, у меня, походу, фиговое вино. Да, вот это Герри. Вот дает шороху. Привереда какая. Хотя, знаете, я что-то запутался. Смотрите, вот отношения справа в верхнем углу. Десятка у меня сейчас. Возможно, и ничего не улучшилось. Ну вот, например, я ему еще что-то продам. Нет, не улучшается отношение. Тогда почему уровень качества был заблочен, а сейчас разлочился? Типа потому, что я что-то вкачал в исследованиях или в навыках, или что? Это непонятно. Знаете, наверное, стрим стоит пилить тогда, когда я изучу стальное оружие, искусственное литье и мастер меча, и буду стримить чисто о прохождении вот этих подземелий. Это будет гораздо интереснее, чем если... Ну, хотя не знаю, может быть, и просто по стриме, но было бы, наверное, круче всего вот именно боевку чисто стримить. Все равно придется там тратить много времени на возвращение обратно, отдых и так далее, но... Наверное, когда вот это вкачаю, будет особенно интересно стримы пилить. Так, пожалуй, изучу два перка. Во-первых, инженерное дело. У меня детали будут получаться наивысшего качества. Даже обработка драгоценностей будет получаться лучше. И железное литье. О, я даже могу плавку драгметаллов сразу исследовать. В принципе, отлично. Может, и имеет смысл ее сразу взять. Нифига себе, я могу улучшить сразу до плавильня 2. Подождите, я запутался, у меня же уже плавильня 2. Или это было что такое? Плавильная печь 2, плавильная печь 3. Стоп. То есть у меня сейчас даже не второго уровня плавильная печь? Что-то я вообще запутался так... А, вот, все, плавильная печь 3, просто там написано, что улучшить, ну понятно. Написано по-китайски, или это я китаец, в общем, неважно. Интересно, как что теперь будет изготавливаться. Итак, все печки я улучшил до 3 уровня, даже вот здесь, на своей запасной базе для фарма.
Хотя почему запасной? Это, наверное, основная база для фарма железной руды, угля, камня и мрамора. Мне по 80 сейчас накидали, то есть когда шанс сработал, повезло. 2.56, вот успех, и бонус 2.28, в два раза больше, в общем. 50% шанс, видимо, сработал. Вот знаете, что я подумал для изготовления этих статуй крутых? Требуются очки веры, у меня их мало. Потом на изучение будут требоваться очки веры, в общем, дефицит веры грядет. Я бы купил с удовольствием у каменщика вот эти резные камни, на которые требуется вера. Но у него заблочен уровень качества. Как мне поднять у него уровень качества? Вопрос дня. Вот в квестах Кори каменщик торгует товарами, связанными со своим ремеслом, но больше ничего нету. Насчет него не знаю. Может быть, ему камней попродавать? Интересно, поднимется репутация от этого или нет? Или может быть, уровень от этого как раз вкачается? Ну-ка. Вжух. Так, и момент истины, давайте. Ну-ка. Значит, у него сейчас вот такой примерно уровень. 60 камней, кстати, за 9 серебряных очень неплохо. Да, уровень прокачивается, уровень качества торговца, чем больше я ему продаю. Так что пойду на каменоломню. Также я сейчас сразу изучу перк, шахтер. Думаю, лучше взять это пораньше. Чаще буду находить ценные руды. Так, в общем, еще печалька, это то, что когда вот такие камни долблю, руда с них никакая не выпадает, я уже много раз долбил. С одной стороны, проще вот такие долбачить, потому что они, ну, поблизости есть, далеко ходить не надо. С другой стороны, наверное, лучше долбить все-таки карьер каменный, потому что там есть шанс, наверное, или нету из каменного. Я вот не помню, выпадает или нет, сейчас посмотрю. Жух. Наверное, сейчас-то, конечно, не выпадает. А вот когда я начну эти блоки перерабатывать на каменотесной мастерской. Бесит еще, что к нему не подступиться нормально, и вот эти блоки, они тебя выталкивают, когда ты их добываешь. Нужно очень много мне камней ему напродавать, чтобы его вкачать. Чтобы... Хотя еще не факт, что я у него смогу ведь покупать. Может быть, они стоят очень много. Один такой камешек. В общем, ребят, походу еще одна печалька заключается она в том, что из камней никакой вообще руды не выпадает. Я надеюсь, по крайней мере, что это просто вот эта печалька и все, а не какой-нибудь баг, например, который заключается в том, что я взял этот перк шахтер и мне все перестало выпадать. Ну, вряд ли. Давайте я протестирую все же на медной руде. Прикиньте, баг такой, если перк берешь, то тебе не выпадают ценные всякие драгметаллы. Это вообще жесть. И если его до сих пор не пофиксили, не должно такого быть. Однако пока ничего нету. Хотя, когда уголь я добывал... Во, не, все, есть золотой самородок, все отлично, нет. Значит, не баг, да, это просто из камней не выпадают. Или практически не выпадают, потому что я уже очень много тут добывал, и мне еще ни разу ничего не выпало из него. Кстати, ребят, вот что я придумал. В прошлом видео я задавал вам несколько вопросов, вы ответили на них. И до сих пор отвечаете, всем спасибо, кто ответил и еще будет отвечать еще раз. Так вот, давайте еще один вопрос. Вот вы смотрите эту игру, вам она нравится, а какие игры еще вам нравятся? То есть за какими играми вы еще следите? И за новыми, и за старыми. Но прежде всего из последних игр, из новых, перечислите, пожалуйста. Например, за какими вы следили на YouTube, или может быть... Вы не следили за ними на Ютубе, но играли сами, то есть это тоже интересная информация. Но прежде всего, конечно, про Ютуб интересно. Например, Phantom Doctrine игра вам как? То есть, или она как-то не зашла публике и не очень выстрелила, что называется. В общем, любые игры перечислите из последних, какие вам понравились, не понравились, за какими вы следили на Ютубе, не следили там. Ну, за которыми вы не следили, понятно, не надо перечислять, их слишком много.
А те, за которыми вы следите, вот интересно было бы почитать, кому что нравится. Все, добывал до тех пор, пока кирка не сломалась. Отлично. В общем, первый вопрос, ребят, который вы напишите в комментах, это какие из последних игр, ну или из игр, которые в этом году вышли, вам понравились на Ютубе, в первую очередь, и за какими вы следили. Короче, я придумал схему, как быстро телепортиться, только вот печалька, походу, сейчас время суток не то, чтобы телепортиться. Канечку бы сразу продал, ну ладно. Тогда просто домой. Киркурим. Ой, ой, как хорошо, что я не выключил съемку, вы это видите? У меня фриз, у меня 8 FPS. Вот что значит пофиксили добычу песка, вы это видели? Просто я вышел, у меня фриз, я не знаю, как это у вас будет отображаться или нет на этом. Смотрите, сколько стекол. Сколько очков-то мне дали? Ну, у меня было примерно, наверное, 4, я точно не помню, здесь очка исследования. Значит, 20 с лишним очков, нормально так. Ну, жестко, конечно, вообще фризануло. Казалось бы, игра вообще 2 пикселя. А вот оно как все. Так. Колбы понаделаю, потому что из них тоже... Очки опыта выпадают. Так, а здесь что? Сложные колбы. Ну, надо, наверное, еще песка поделать, не знаю. На самом деле, даже, скорее всего, всего этого добытого камня не хватит для того, чтобы каменщику поднять уровень качества. Сейчас посмотрим. Ух ты, 16 серебряных. А чуть-то не понял. У него типа денег не хватает? И что мне с этого делать? Ты как вообще? То есть продавать ему и покупать, что ли? У него 9.25, да? Ну, допустим, так вот. Ну, что у него там с уровнем качества? Ну да, как я и думал, не хватило. Хорошо. Значит, мне теперь у него нужно все это покупать, да, обратно? Ну, охренеть. Ну-ка, а за покупку вырастет уровень качества? Уменьшился уровень качества? Если я у него что-то купил, то есть у него... Я аж охрип. Это что, прикол такой? Короче, нельзя у него, получается, покупать камень. И нужно еще ждать, пока у него бабло. У него сейчас 6 бабла. А когда у него... Вообще жесть, конечно, вот это. Очень неприятно. Еще бабла недостаточно. Хотя, с другой стороны, это экономика, такой элемент хардкора. Может, и правильно, что это сделали. Не знаю. В общем, 6 у него медиков. Давайте я сейчас сутки что-нибудь полезное поделаю и проверю, что у него через сутки. Надеюсь, у него будет достаточно денег. Тогда хотя бы понятно, что можно вкачаться. А если там у него будет очень медленно кошелек набиваться, то, конечно, это жесть, потому что просто тупо ждать придется. Так, пока я жду, решил в подземелье сходить, посмотреть, что тут будет. Второй уровень дозачищать, так сказать. Но пока мне сил хватает, единственное, конечно, бесит, это то, что нужно постоянно ходить на базу, регениться, еще тут камень телепорта не работает, вообще не в тему. Ну, заблочили бы, хорошо, допустим, они здесь планируют какого-то босса сделать, да? Ну, окей, заблочили бы, чтобы он не работал чисто на этом боссе, там, на этом уровне. Или когда ты с ним там сражаешься, еще что-то в этом духе. А так вообще, какой смысл блочить? Это же, ну, элемент хардкорности, это не добавляет абсолютно то, что я ТПшиться не могу раз там, во сколько. Так, все дозачищал вроде. Не, не все, конечно, не дозачищал еще тут. Ну, стулья не надо, что ли, разламывать? Как с них там всякая фигня? Металлолом. Доска. В принципе, фигня, но на всякий случай лучше, наверное, их тоже бить. Так, я уже даже точно не помню. А, вот здесь вот вроде бы выход на следующий уровень, да? Да. О,
уже получше стал справляться, хотя может быть мне просто повезло. Кстати, ребят, подпишитесь на мою страницу куратора в Стиме, если вы, конечно, есть в Стиме. Там есть ссылка на группу в Стиме, на нее можете подписаться, но особо не рассчитывайте, что там что-то будет крутое, потому что пока я, пока у меня не хватает, как это, не лени, обратная сторона лени. Короче, группой в Стиме я особо не занимаюсь, я там создал ее, оформил, но все, не более того. Также там есть ссылка на мою страницу ВКонтакте, можете добавляться в друзья, но я ей тоже сейчас не занимаюсь. Есть страница на ссылку... Страница группы ВКонтакте. Вот, на нее тоже можете подписаться. И угадайте что? Да, я ей тоже сейчас не занимаюсь. Но поэтому я выделяю таким жирным и подчеркиваю, что если вы есть в Стиме, то именно на страницу куратора в Стиме подпишитесь. То есть ей я занимаюсь. Я добавляю обзоры всякие по играм. Там они краткие, плюс ссылки на свои Steam ресурсы. И плюс не так много подписчиков у остальных всяких стримеров, обзорщиков на этих страницах куратора, поэтому если пару сотен подписонов мне набрать чисто на страницу куратора, то я буду там где-нибудь в топчиках отображаться, что довольно неплохо, поэтому please help. Кстати, вот здесь вот я не разбил урну. Все. Второй, значит, уровень я зачистил, мне теперь осталось только третий уровень подземелья. На четвертом уже кровавые гвозди. Инвентарь почти полный. Ух ты, новые. Новые мошки, мошкара. Гвоздей кровавых у меня нету, еще семена чечевицы. Нормально. Так, все, энергия кончилась. Так, ну что, проверим, день прошел, как минимум. 2.19, очень не густо. Ну ладно, чем богато, тому и рады. В принципе, еще несколько дней и доберусь до второго уровня, как раз там эти резные камни. Итак, еще момент интересный. Я так понял, что ослик приносит мне за 10 морковки 2 трупа. То есть один он сразу скидывает, потом он, даже если меня нету, привозит еще один и сразу еще раз его скидывает. И это не всегда удобно, потому что как раз на второй раз, когда он скидывает, меня иногда нету. То есть я где-то далеко. Или вообще жесть, если я использовал камень телепортации, и он в КД, он скинул труп, он начинает гнить, а я не успеваю домой. Вот интересно, почему я не могу по 5 скидывать реально за один? Ну там, да, там только 10 из 10, тоже, конечно, не очень. Ну ладно. Придется как-то камень телепортации беречь на крайний случай. Еще я, видите, с собой бутылку красного вина таскаю, она много энергии дает. Так, давайте я в церковь установлю канделябры, как раз мне не хватает. Все, теперь у меня должно быть 100%, 23 в церкви, отлично, я достиг. Так что все нормально должно быть. Дошли руки наконец-то. Все нормально. Тут с песком, конечно, не особо удобно, то есть глючит реально. Я добываю, потом перестаю добывать, нужно заново нажимать. Вообще даже вот сам факт неудобен того, что нужно клавишу зажимать, потому что как фармит. То есть много вот такой рутины. Ну не знаю, но в принципе на этом игра построена, это краеугольный камень данной игры. Вот видите, то есть у меня есть энергия, он пишет, нет энергии, то есть баг. Они, конечно, сделали хорошо и круто все это с песком. И в принципе можно даже погеморроиться, пообходить с разных. Вот опять. С разных сторон покопать. В принципе, ладно, лучше, чем было намного, но все равно баги тут бесит. Хотя, в принципе, не сильно бесит. Не прям бесит так, что невозможно там играть, можно себя заставлять, но просто
как это сказать? В общем, можно игру, да, как алмаз, дальше гравировать, допиливать игру. Смотрите, какое топовое тело я откопал. Сколько здесь получается? 7. Плюс 7 оно дает, причем оно одно из первых тел вот здесь было закопано, то есть давно. То есть, если вы играете, сами еще отдельно проходите, имеет смысл прочекать могилы на красные и желтые черепки. Сейчас покажу. Ой, не-не, это не то надгробие, надо мне еще там скрафтить. Надгробие у меня, видимо, закончились. Короче, скрафчу. Короче, смысл какой? Вот это вот вообще надо сжигать, потому что только один черепок и рожица, видите, грустная. Вот этот можно эксгумировать, очистить от крови и жира, если я этого не сделаю. У него будет 5 черепков, а может быть даже и 6. То есть, поняли, да, принцип? И потом на эту могилу просто надгробие вот здесь, самое лучшее. Ну, не самое лучшее в игре, а на данный момент у меня лучшее из тех, что есть. И ограду. Вон, то есть, 7 черепков белых и 7 у меня качества. И 7 надо дает, то есть 77 у меня уже бонус. Атас. Еще, короче, ребят, какой-то баг, видимо. Значит, смотрите, да? Чтобы камень полировать, мне нужна железная стамеска. Здесь написано, что у меня ее нету. Но это не так, потому что я себе изготовил более лучшую стальную стамеску. Но, то есть, я ее, видимо, то есть не могу использовать для изготовления полированного камня, а железную могу. Типа, у нее жесткость неподходящая, но это, видимо, баг какой-то. Неприятный баг. Кстати, удаляю, знаете, как зубы какие-то. Зуб сначала нужно удалить, потом дать ему время зажить. Потом делаем коронку, потом уже саму имплант. 82. Отлично. Ну что, попробуем в новой обстановке провести. 100% шанс успеха. Посмотрим, сколько дадут. Отлично. О, сразу 3. О, 5. И еще плюс бонус. Неужели еще будет бонус? Ух ты, вот это круто, вот это я понимаю. Молитва. Сорок девять, пятьдесят один. Круто. Значит, 8 веры я заработал. Так бы всегда. Урожайный день. Да, конечно, правильно, что я канделябры поставил. Жалко, я их раньше не поставил. Лучше поздно, чем никогда. Так, теперь к каменщику пойду. Ну чё, давай, каменщик. 12 у тебя уже сумма. Давай. Станут доступны завтра предметы у этого. То есть он апнулся, но предметы станут доступны завтра. Окей. Окей. Завтра так завтра. То есть нужно еще день подождать после того, как мы его апнули. Видимо, что-то в игре с обновлением, там, инвентаря, я не знаю, или что-то они защиту от багов сделали какую-нибудь. Ну ладно, нормально. Так, а я пока третий уровень подземелья пошел дочищать. Мошки, мошки. Они какие-то... Что-то... Эти мыши летучие быстрее обычных летучих мышей, или мне кажется? Пол хп мне, кстати, снесли. Дамажит прилично.
надеюсь, там уже выход на следующий уровень, а то как-то многовато. Ну все, я уже больше не вынесу. Все, один замах мечом только. Ух ты, смотрите, как он замедлился. Типа у меня мало хп. И он такой еле идет, его еще шатает. Мне даже... Вот, то есть, если я, допустим, вверх сейчас нажимаю, его в сторону клонит вправо. Типа он шатается, ему плохо. Но я думаю, правильно, что я не дохну. Хотя не знаю, может быть здесь быстрее попасть домой было бы сдохнуть просто об них и все. Но не хочу рисковать, мало ли что там, какие-нибудь штраф или заново их всех убивать придется, тут сохранений нету. Так что особо не проверишь. Ладно, нормально. Сейчас дойду. Кстати, вот когда я вышел из подземелья, он нормально заходил. То есть этот эффект работает только на локациях боевых, где вы можете с кем-то драться. Видимо, для усложнения боевки сделано. Теперь понятно, почему трактирщик прокачался, у него все это доступно стало, потому что я ему много раз продавал вот эти похоронные сертификаты. И постепенно я сам не заметил, как он прокачался. Посмотрим, что там у каменщика и сколько, собственно, эти стоят камни резные. Так, вот резной камень. Нифига, одна штучка. Причем у него продается только одна штучка и стоит 6,55. Ну, в общем, походу печалька, и не получится у него их особо скупать. Не знаю, во-первых, он стоит, конечно, очень дорого. Во-вторых, только одна единица. Да, наверное, лучше веру тратить. Не знаю, сложная дилемма. Да. Ладно, остальное уже в следующем прохождении. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если не подписаны, подписывайтесь, строчите комменты, жмите колокольчик. Все.